Прививочный пункт в гипермаркете «Глобус». Желающих вакцинироваться здесь сейчас немало. За прививкой выстраиваются в очередь. Валентина Федоровна вакцинацию от гриппа делает ежегодно, уже более 18 лет. Женщина убеждена, прививка защищает ее от болезней. Я меньше стала болеть. Обычно вот все равно какие-то были такие воспалительные процессы проходили, там насморк, там ангины, такие вот, да, этот, небольшая температурка, но вот сейчас, слава богу, я поэтому только за. Прежде чем получить прививку, владимирцам здесь сначала оформляют медкарты. Далее разговор с медиком. У желающих привиться проверяют состояние здоровья, температура, сатурация, наличие хронических заболеваний. Для вакцинации нужно быть абсолютно здоровым. Жалобы есть? Нет. Последние 2 недели были какие-то простудные явления? Нет, не было. Аллергии на куриный белок нету? Владимир Иванович сегодня решил привиться не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Вакцина от нее тоже есть в пункте. За прививками раньше мужчина не спешил, но в этом году он пришел в числе первых на вакцинацию. Вот в этом году захотел, потому что год назад я воспалением легких переболел. Тем более, вот сейчас надо привиться обязательно. Прививают владимирцев в этом пункте медики из 5-й горбольницы. Препарат для вакцинации привозят ежедневно по необходимости. Сейчас в наличии порядка 200 доз. Вакцинируют здесь совигриппом. Сам препарат не новый. От гриппа им и раньше прививали население, но сейчас его обновили. Тоже был совигрипп, но там штаммы были немножко другие. В этом году она та же вакцина, совигрипп, ультрикс квадри, но с немножко обновленными штаммами против гриппа. Предполагается циркуляция этих штаммов именно у нас в центральной территории. Вакцинировать население от гриппа будут всю осень. Зимой, когда начнется сезон болезней, прививка уже будет неэффективна. В плане у владимирского Минздрава вакцинировать от гриппа 60% жителей региона. При таком количестве привившихся удастся не допустить масштабного распространения гриппа. Всего в Владимирскую область поступило более 270 тысяч доз вакцины от гриппа. Их уже доставили во все медорганизации региона и прививочные пункты при торговых центрах. В «Глобусе» людей вакцинируют по вторникам, четвергам и субботам с 10 до 14.00. Также медики работают в «Ленте» и ТЦ «Восток». Там вакцинация организована только по субботам с 10 до 14.00. Ирина Шульга, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».